Всем огромный привет самым лучшим зрителям моего канала. Друзья, вторая часть АТБ, и пройдем сейчас по акциям. Значит, у нас Рошен шоколадки по 18,90. И у нас все вкусы. Смотрите, это у нас карамель бабл, воздушный шоколад. Потом шоколад молочный, пористый Рошен. И кому нравится, черный, не вытяну. Черный тоже в акции. По 18,90 за плитку. 80 грамм плитка. Так, а это тоже бабл, да? Да, тоже бабл. Так, еще у нас свиточ по 22,90. Акция продолжается. Брют тоже в акции. По 18 брют и какой-то еще черный. Это Рошен. Нема. Рошен. Это же Рошен, господи, я думаю, свиточ, чего же. У меня уже с шоколадкой перед глазами. Рошен брют по 18, по 22,90. И Рошен специал, а где он специал? Где специал? Специал, специал. Нету специала, разобрали специал. Миллениум, Very Perry. Интересно такое, Very Perry. Нужно перевести, что оно означает. Тоже сейчас в акции. 26,90 Very Perry с арахисом, соленой карамелью. И Very Perry Millennium тоже 26,90, цедра апельсина, миндаль и карамель. Я думаю, вкусный будет и тот шоколад. $70 сейчас в акции. Золотый веночек от своя линия. Любимов. Большая такая. 142 гривны. А сколько тут грамм? Ой, почти 300 грамм, ребята. Ай, нормальная цена. Кстати, Любимов очень вкусные. Я когда была акция на них, помните, кулончик или что там нужно было искать, купил 10 или 15, не помню. Наелся их в одно время. Очень вкусные конфеты. Это не реклама. Так, вечерний Киев. Правда, без акции. Ну что ж, быстренько пройдемся по этому. Ой, а Марию уже разобрали. Марию, гляньте. Мою синюю разобрали. По 15. По 15, Маруська. Так, крекеры. Своя линия. По 32, по 37. В акции. Вот это вот тоже когда-то брал, ребята. Такое сладкое. Очень сладкое. Можно чай без сахара пить. Так. Опять в акции эти. Трифи с кокосом. А мне нравится больше с арахисом. По 11 гривен. Вкусные. Так. Печенье от Ярич. Это то, что делает Марию. Сахарное. 24 гривны сейчас стоит. Гляньте, какое сделали большую упаковку. Рошен. Семейная упаковка до кавы. 33,90. Мария, даже уже есть своя линия. Это тоже новинка. Не бачу такой домашний. Свято Мария, печиво затяжне. Кстати, возьму, попробую. Потом. 13,40. 13,40. Так, своя линия до чаю по 13 гривен, 190 грамм, тоже в акции. Зоусвит своя линия, я когда-то брал, мне нравятся такие, пожевать под киношку. 17 гривен, 46, ой, раз взял когда-то и сказал, чик-чик. Артемон, вкусные, но дорогие, 47 гривен, ребята, вкусные. 270 грамм от Конти. Хороший, дуже хороший. Так, смотрите, новинка тоже какая-то. Это Ля Вита от Рошенки. И большая Ля Вита. Смотрите, тоже большая. Это тоже новинка. 420 грамм. Ну,
Это как с галереткой желейная. Будем ждать акции, попробуем. Тоже с разными вкусами. И вишневая с шоколадом. Кокоа черри. И оранж. Так. Моя Люба по 13,90. Тоже очень вкусная, мне нравится. 170 грамм. В акции. Ой, в акции Свиточ. 32 гривны. Этот Артек настоящий. 250 грамм. Ну и, конечно же, своя линия Артек по 28,30. Своя линия. Молочные. Так, а это что, по 35 гривен? Я таких не бачил. Это тоже какая-то новинка. Бамбук мини. А, я понял. Бамбук мини, это такие были большие, а теперь сделали такие маленькие. 250 грамм по 35,80. Сейчас тоже в акции, тоже новинка. Можно попробовать. Очень много новинок, кстати. Добрый. Помните бонжур? Еще не забыли? А помните цену, какая была цена? Сейчас они по 51 гривна, 70 копеек. Бонжур манго десерт и бонжур вишня десерт. 232 грамма идут коробки и цена 51,70. Червячки вкусные, вкусные, честно, вкусные. Так, ириски разумный выбор. 21 гривна, 200 грамм. Боб по 13. Маленький и большой по 27,80. А вот эти вкусняшки похожи на M&M's. 28,90. Разноцветные. Ну там вага меньше, а тут 230. Халва 42 гривны, полкилограмма, ванильная. Лайны 180 грамм, 48,90. Разноцветные глазури по 14 гривен, 80 грамм. Обязательно всегда показываю в своих роликах социальные продукты. Всегда. Так, смотрю, что цены не поднялись. Скажем, слава богу. Цены не поднялись. Как были на прошлой неделе, так и остались. Пшено 22. Ну, закончилась акция на гречку, поэтому... 79 гривен гречка. Рис, ну, крупа рисовая 46,90. Крупа рисовая 42 гривны. Вот такая вот крупа рисовая шлифованная. Так, а рис вот такой вот первый пропаренный, первый готунок, 64,50. Так, друзья, хочу сказать, что сейчас, а что, опять не поменяли цены? Ну, на свою линию сейчас эти вот все макарошки идут по акции по 30 гривен 50 копеек. Ну, те, что я показывал в первой серии видео, все идут, а своя линия ля паста, все идут по 30 гривен 50 копеек. И спагетти, и кольца, и вермишель, и витки, и соломка. Все своя линия идут по 30 гривен 50 копеек. Вермишелька. Еще не успели цену поменять. Так что можно покупать, можно брать. Ракушки тоже хорошие. Так, добре. Смотрим, что у нас тут. Здесь у нас в акции
желтыми ценниками. Почти ничего нету. Но есть какая-то новинка вот такая интересная. Смотрите, ассорти, огурцы и томаты. Овощи мариновані, слабокислені. Зроблено в Молдові. 74 гривни 720 мл. Точно новинка? Спробуйте новинку. І огурчики 77-80 720 мл. Ось такі огурчики. Как скажут мои хозяюшки, которые на канале, я сама таких накручу. Тут у нас еще мед есть, тоже новинка. Своя линия и разумный выбор. По 4,60 вот такая мини-версия. Куда их? В поезд такие выдают и в этом, в самолетах. Хотел сказать, в эпицентре. В Турции, в отелях. И вот такие вот тоже. 37, кстати, сейчас в акции 37,80 и 44,90. Липовый, новинка. А акация и разнотравие уже были. Возвращается на полки Украины подсолнечное масло Стожары 57,50 в акции. Бутылочка 850 грамм. Стожары. Кстати, хорошая цена. Сейчас можно запастись маслом. И подсолнечное масло остальные как были, так и остались. Цены вижу. Как были, так и остались. Чумак, щедрый дар, Майола. Да, цены как были, так и остались. Это радует. Олейна. Улия, своя линия. 60. И разумный выбор. 850 миллилитров. Тоже 52 гривни. Как было, так и осталось. Добре. Добре. Так, ребята, подходит пора, что заканчиваются у нас помидоры. Точнее, цены на помидоры уже подросли. И можно переходить на кетчупы. Можно переходить на кетчупы. Вижу новинки опять. Это что у нас? Это у нас идет томатная паста. 15 гривен. Вот такой вот тюбик. 70 грамм. Ну, мне нравятся такие, знаете, выдушил и все. Это взула и забула. Так, потом вот такая тоже этой же фирмы. 48,90. Баночка 300 грамм. Кстати, можно замораживать, да? То, что не использовали, можно в морозилочку. Хозяюшки так делают, да? Делают. Ну. Так. Кстати, да, вот новинка. Да, новинка, новинка. Новинка кетчупы. Кетчупы, кажется, польские. Ого, ничего себе. Детский кетчуп за 80 гривен. За 80 гривен. Ну, наверное, какой-то супер кетчуп. Наверное, тут одни томаты в этом кетчупе детском. Так, додай місцевого колориту з соусами від Торчин. Соус тартар, сирний соус. Сімейна упаковка 35 гривен за полкілограма, даже 540 грамм. От, ребята, действительно, знаете, сейчас приходят такие зимние вечера, зимние холода, длинные. И больше хочется жрать. Извините за мое выражение. И вот усидишь, как кетчуп даже для детей. И хочется кушать. Поэтому сейчас будем всякие картошки жарить. А картошки хочется что? Какой-то соус взять. Салат уже не сделаешь, как летом. Заправки до буряка по 28. Буряково-томатно. Угу. Так, майонез, подушечка майонеза провансаль 40 гривен, 300 грамм. Вот такая. Так, а сколько стоит европейский?
74 580 грамм, понятно. Так, в акции майонезный соус 16,70, 380 грамм, разумный выбор. И майонез, разумный выбор, 24,50, 380 грамм. Так, королевский смак, новинка, 23,60, 160 грамм, это маленький. И большой, ну как большой, 300 грамм, 43,50, 300 грамм, королевский майонез, 67%. Салфетки 28,90 за упаковку, а в упаковке, ребята, 72 штуки. Своя линия, мокрые, с первых дней життя. 28,90, 72 штуки. Так, ну и, конечно же, вот такие тоже еще новинки, еще с прошлого раза они тоже были. Чистящий порошок Титан появился, тоже новинка, ребята, вот такой вот, здесь 500 грамм, 38,60 он стоит. Гала пропала, можно попробовать вот этот, кстати, это Польша, чистящий томильный порошок Титан с ароматом лимона. Овощи и фрукты. Кстати, вы знаете, да, акцию уже, кто имеет карточку на яблоки, на бананы и на лимоны, дополнительная скидка, даже если продукты в акции, 15% от цены. Бананы 61,65, лимоны 60, 50, 58,95, очень много ВТБ лимонов позавозили разных. Ну вот смотрите, у кого есть... карточка от Райфа, еще дополнительная скидка будет 15% на кассе. Помело, язык как помело. Помело 93,95, грейпфруты 63,95, апельсины, ребята, хай бог милый. Хурма, боже, как я хочу хурму, яка страшна, и почти сотка, 94 гривны хурма. Да, виноград. Яблоки. Да, на яблоки, наверное, вся скидка. На все яблоки дополнительная скидка 15 гривен. Может пойти себе оформить скидочку. Скидочку на эту. На яблоки. 15% будет скидка на яблоки. Заговариваюсь уже. Тоже дополнительно все яблоки. И Гала тут, и Голден, и яблоки зеленые, и Чемпион, и яблоки сортовые, и даже Принц. Так, капуста пекинская по 34, пекинка цветная 86, красная по 30. Кстати, нужно сделать салат с красной капусты, очень люблю. Нашинковать капусты этой синей, добавить майонеза. Чуть-чуть подсолить. Боже, водойка, вкуснятина. Томаты по 83. Были, до недавно были по 65. Может, на рынке будет по 65. Надо бы посмотреть. О, есть по 65, ребята. Вижу по 65. По 64. Так, капуста 12. Ой, лук 38. 38,30. Так, картошка 26 по 8. Морковь по 20. Свекла 11,45. Арбуз
фасованная морковка. Вот бизнес делают. Помыли, запаковали, и цена на морковь. Ну вот кто-то, может, и берет. Огурцы даже есть тепличные по 60. Гарлик по 80. Чуть цена упала, а то была вообще по сотке. Вот, пожалуйста, есть помидоры по 64. А то, я думаю, по 83. Тут по 64. На рынке тоже по 65, наверное, будут. Так, ну, добрый. Еще можно ходить вкусняки снимать, ребята, фитнес, виднесклей. Вот эти вот, наверное, будут вкусные. Мюсли, мюсли, батончики, лайны. Вот со 2 ноября по 15 ноября 2022 года только с карткой АТБ от Райфа скидка 15% на яблоки, бананы и лимоны. Оформляйте, а может, у кого-то уже есть, и вам будет счастье. Ребята, всем экономных покупок, всем самого-самого добрящего. Всем пока.